Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутавинов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое проходило в Санкт-Петербурге. Парламентарии обсудили задачи по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, а также вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. В повестке заседания значилось обсуждение задач по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, а также вопросов, связанных с актуальной на сегодняшний день темой – предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Выборы надо проводить честно и прозрачно. Это первое. Второе. Как я уже сказал, что все люди, которые выдвигаются, они достойные люди. Они достойны и уважения, это грамотные, состоявшиеся люди, которые имеют здоровые амбиции. Но в то же время он уберег от пустословия и неоправданных обещаний, которые порождают потом в дальнейшем неоправданные ожидания. Президент Владимир Путин сделал акцент на то, что выборы должны быть максимально честными и прозрачными, а предвыборная борьба уважительной к друг другу. У нас выборы на территории проводятся действительно прозрачно и честно. И когда мне говорят о том, что возможно подтасовать выборы, осуществить какие-то взбросы, я говорю, придите в избирательную комиссию, ну, попробуйте куда-то прийти и предложите им это. И вы получите, наверное, тот ответ, который ожидаете. Потому что никто на это никогда не пойдет. Кроме того, в повестке заседания значились вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции и работой с зарубежными партнерами. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, тоже говоря о текущей ситуации, упомянул и то обстоятельство, что действительно и ковидная ситуация, и все, что с ней связано, нам наши, так сказать, партнеры, особенно западноевропейские страны, которые советуют, как нам выстраивать здесь работу, как нам жить, как нам определять политическое будущее. Он весьма критично отозвался об этих посулах, об этих советах. Напомню, Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании является совещательным и консультативным органом при Палатах Федерального собрания Российской Федерации. Ольга Руссол, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».